Привет, всем привет! Итак, майнинг игровой валюты. Возрождение проекта и первое начисление, в общем, за все про все. Итак, это видео про статистику. Я это делаю специально для тех, кто мне оставлял в комментариях куча различных весельев. То есть, сколько майнит, какая статистика, в общем, как выводят, выводят ли вообще, это видео для вас. Итак, поехали. Мой профайл. Итак, на аккаунте у меня осталось сейчас, ребята, 16 баллов. Но я уже потратил, сейчас покажу куда и что по журналам начислений. С 25 числа, когда я начал первый раз майнить, то есть, соответственно, вышли, проверил, ребята, часовое. Дальше проверил награждение. То есть, ну, вот постепенно, видите, да, 52, 54, ребята, 133 и, соответственно, 201. По истечении 30 часов майнинга на программе на карте 1060 6-гиговой я получил 201 балл. 201 балл я потратил на два вывода. Первый из них — это танки. Именно танки, золото, что меня очень сильно интересовало, как это осуществляется. Даже 100 золота в танках — это 10 раз снять оборудование, поменять что-нибудь, переучить, переобучить экипаж. Ну, много можно что наделать, короче, на эти деньги. Но меня интересовал вывод именно наличности. Именно наличности, именно рублей. То есть за трое суток я получил 100 рублей. В общем, по ценам сразу видно. То есть на Kiwi кошелек от 150 баллов, ну, то есть я вывел свои 100 рублей. Ну, то сейчас покажу, что они начислились. И на сайт, получается, Wargaming, на свой аккаунт я вывел себе 100 золота. То есть, два я сделал вывода. Соответственно, мне надо будет еще один раз набить 35 баллов. То есть, у меня сейчас на аккаунте, если посмотреть, у меня 16. То есть, мне надо добить всего 20 баллов. Это, соответственно, мне надо всего 6 часов. То есть, 6 часов, чтобы у меня, даже меньше, наверное, часов 5, скорее всего, понадобится на то, чтобы добить 35 и сделать еще один вывод. Итак, сегодня я проверил. Если вы смотрите по, ну, по моим выплатам, то есть, заявки сегодня были обновлены 30 числа. То есть, вот, все. И поэтому давайте перейдем. Уважаемый доктор Дэнс, в премиум-магазине приобретена покупка для вашего аккаунта. 100 золота. Стоимость 22 рубля. То есть, ну, оплата, все полностью. В общем, мне начислили, ребята, золото в мой аккаунт. То есть, все, я получил свои начисления. То есть, хочу сказать, спасибо большое проекту за халявное золото. Ну, это еще не все. Я сегодня перешел на Kiwi. Вот буквально 30-е, видите? То есть вот 30 августа и 100 рублей. Время, ребята, все вот как-то примерно так. То есть это, ну, по сути, да, простейшая система для игровой выплаты. Да, немножко, конечно, ну, заморочена, но это... Система выплачивает на Kiwi, ребят, на Kiwi. Потому что большинство систем, которых, ну, вы, да, возможно, вы слышали когда-нибудь или сталкивались, не позволяют этого делать. Это, по крайней мере, один из легальных способов получения денег за мощность вашего компьютера. В общем, это видео, это статистика для тех, кто писал мне в комментариях. В общем, 30 суток, 201 балл в общей сложности. И 100 рублей мне на кошелек. И, соответственно, 100 золота ко мне на аккаунт. В общем, еще раз говорю. Майнить или не майнить, решать вам. Халявные деньги, 6 суток, и у вас 200 рублей. Ну, если карта позволяет. Если карты нету, но печаль очень большая. Ладно, всем спасибо и всем счастливо. Майните игровую валюту. Будьте как все, кто зарегистрировался здесь. Пока.